Ежегодно в третье воскресенье июня работники медицинской сферы и фармацевты отмечают свой профессиональный праздник. В преддверии этого дня руководство Гагаузии поздравляет сотрудников медучреждения автономии и чествует лучших медиков. Заместитель председателя исполкома автономии Николай Стоянов поздравил медицинских работников Камрадского района. По случаю профессионального праздника заместитель Башкана торжественно вручил сертификат о присвоении звания «Заслуженный медработник Гагаузии» Узун Анне Георгиевне, главной медсестре Камрадской районной больницы. Большое всем спасибо за свой 38-летний стаж. Я работала со всеми с вами вместе. Я пришла на работу, когда в Камрадский район было 700 коек, и поликлиника была на 2 посещения и по 700 человек смен. Я от себя лично и от Совета медицинских сестер поздравляю вас всех с праздником. Желаю вам крепкого здоровья, крепкого вашего тыла, потому что мы, медицинские работники, посвящаем себя пациентам. Наши дети всегда страдали, и только дети медицинских работников по телефону делали свои уроки, по телефону уходили на занятия, и скорая помощь по просьбе своих сотрудников забирала наших детей из садика. Я работала в те времена. Большое всем вам спасибо. Моя заслуга – это ваша вся заслуга. Я со всеми здесь сидящими с вами работала. Вы мои уши, вы мои глаза и вы мои руки. Если вы меня вовремя не услышали бы и не увидели бы и не помогли бы мне, я бы к этой награде не дошла бы. Большое вам всем спасибо. Желаю вам ангелов-хранителей, и чтобы пациенты вам кланялись не только как людям в белых халатах, а как просто человеку с большой буквы. Звание «Заслуженный медработник Гагаузии» также удостоились Юрина Иона Афанасьевна, врач-рентгенолог Чедырлунской районной больницы, и Молдаван Мария Георгиевна, семейный врач Центра здоровья села Чешмекёй Вулканежского района. Постановлением исполнительного комитета Гагаузии заслуженных медработников поощрили денежными премиями в сумме 500 леев. Кроме того, эти сотрудники медучреждения автономии ежемесячно будут получать материальное поощрение в размере 50 леев на протяжении дальнейшей своей трудовой деятельности за счет фондов предприятия, а по выходу на пенсию из резервного фонда. Коллег по Камрадскому району с профессиональным праздником также поздравил начальник управления здравоохранения Гагаузии Иван Виеро. Глава ведомства отметил успехи и достижения в сфере здравоохранения Гагаузии. Я хочу сказать, чтобы вы знали, что наши показатели уже на длительное время, даже и после того, как распался Союз, они держатся в первой четверке по всей Республике Молдова. Несмотря на то, что наша база только начинает что-то меняться, будем говорить, что-то появлялась аппаратура, те районы, которые имели много базу хорошую, и даже наши соседи, я в сравнении беру обычно все южные районы, которые нас окружают, я вам скажу, что те, даже куда нас хотели примкнуть, то эти самые показатели и детской смертности, и общей смертности, и рождаемости, они намного ниже, чем наши, которые мы их заслуживаем, которые мы с вами их делаем и которые мы их видим. Потому что, несмотря на то, еще раз, только на материально-технической базе, только на базе вашего энтузиазма, на базе ваших мышлений и профессиональных знаний мы имеем данные показатели. Медработников Камрадского района поздравили директор территориального агентства обязательного медицинского страхования Константин Яниогла и глава районной администрации Иван Сыры. За добросовестный труд и большой вклад в развитие системы здравоохранения медикам были вручены почетные грамоты и дипломы Управления здравоохранения и администрации Камрадского района.